Казалось бы, что проще, чем скатать 2-3 шара из снега и снабдить традиционными атрибутами – ведром и носом морковкой. Только вот организаторы конкурса «Снеговик-2024» советуют подойти к заданию нестандартно. Можно слепить целые снежные семьи или подобрать интересные костюмы, или вовсе перевернуть зимних персонажей с ног на голову. В общем, фантазируйте и создавайте, а времени для этого еще предостаточно. Ленинск-Кузнецкий молодежный центр приглашает принять участие в новогоднем фотоконкурсе конкурсе «Снеговик-2024». В нашем конкурсе 5 номинаций. Это самый оригинальный снеговик, самый веселый снеговик, снеговик Дед Мороз, снеговик Снегурочка и семейка снеговиков. Для участия в конкурсе ленинск-кузнечанам предлагается слепить снеговика, сфотографировать его и отправить фотографию на официальную страничку сообщества Ленинск-Кузнецкого молодежного центра. Для участия вам необходимо с 1 по 9 января на своей страничке в социальной сети ВКонтакте разместить фотографию, соответствующую номинациям и условиям конкурса с хэштегом «Снеговик -ЛКМЦ». С подробными условиями вы можете ознакомиться в сообществе Ленинск-Кузнецкого молодежного центра в социальной сети ВКонтакте. Мы вас ждем, участвуйте и выигрывайте подарки. Победителей определят после новогодних праздников. Всем участникам будут вручены дипломы, победители получат призы.